сегодня вы присутствуете на без преувеличения историческом событии. Мы открываем первый рыболовный турнир Thunder and Pike 2020 года. Ой, 21 года. Ура! Команда «Белый город». А вы знаете, что Борис Орлов, Воронеж. Братан Маратанов, Калуга, команда «Воронеж». Яков Ильича. Ура! Яков Ильич! Яков Ильич! На соревновании «Борис Кинаил». Попрошу вас, пожалуйста, Яков Ильич, вы главный на фестивале. Однозначно. Александр и Татьяна Волковы. Город Дмитров, команда Кумери. Алексей Пастных и участник коммерческих турниров Леонид Шмельхаяр. Команда Мурицкий, Москва. Победитель многочисленных турниров, в том числе Обского трофея 2020. Конечно, Ваня Синяев. И Лёша Ефремова. И Алексей Ефремов, главный Нижегородской области. Цифровые бояре. Астраханская команда «Статус». Анатолий Огнов и Максим Бесняков. Астраханский. Завершали нашу 20-ю отважные ловцы Тенца, Пётр Федосенко и Дмитрий Кирпивницкий. Команда «Отдай спиллинг». Москва. Дебютанты! Мы рады вас приветствовать. Огромное спасибо, что вы приехали посетить наш турнир. Планы к нему вынашивались, наверное, года три. И никак мы не могли решиться на этот шаг, потому что были какие-то обстоятельства. Многие нас сподвигнули. Но вообще амбассадором, кто добил нас до конца, до проведения этого турнира, это был Алексей Зумбирович. Дмитрий гостил нас в гости, пожарил поросенка, угостил меня. То есть мы справа заходим в два желтых, да, проходим красный, и только тогда нажимаем красный. Красный мы прошли. Да, то есть мы стартуем справа, вверх по течению. Дальше вы можете разворачиваться и идти куда хотите после красных буев. А заходим. То есть заходите так же. Заходите так же, да. Через красную. Линия старта красная, желтую, то есть не касаемся. То есть до гудка мы можем двигаться после желтой, так? Да. Да, на малом ходу створ ворот. Устраиваемся парами и подходим. То есть мы встаем на желтую. Объявлять номера будут. У Андрея завтра будет громкоговоритель. Он номера будет объявлять. Да, да. Либо можем поступить проще. Он будет давать гудок, мы развернем канулочку в ту сторону и будем объявлять здесь. Не было.